Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с Китая. Сейчас мы распечатаем, посмотрим, что у нас пришло. Так по упаковке непонятно, что это. Так, это у нас смартфон Blubo X-Fi 2. Так, здесь, видим, распечатано уже было. Наверное, проверяли перед отправкой. Коробка немного мятая. Сам телефон. Зарядные. С нашей вилкой уже. Так, в коробке больше ничего. Инструкция на английском, даже кабель, вот такой вот кабель белого цвета, и сам телефон. Сейчас включим, посмотрим, как он весь в пленочках, матовые пленки. Так, заказывал я его на сайте GearBest. Стоимость его вместе с купонами получилась $60. Доставка очень быстрая. Пришло буквально за 2 недели, еще не прошло, как я заказывал его. Так, ждем, пока включится. Золотистого цвета. Характеристики, по-моему, если не ошибаюсь, 1 гигабайт оперативной памяти, 8 гигабайт встроенной. Здесь, по-моему, Touch ID идет сзади. Как за такие деньги, это довольно-таки неплохой аппарат. Писали, что Touch ID работает хорошо. Так, вот такая долгая загрузка почему-то. Может, он разряжен. Touch ID работает хорошо, вроде бы. Как пишут на 4PDA, срабатывает корректно. Так, вроде люфтов никаких нет, кнопки тоже не шатаются. В принципе, качество сборки неплохое. Своя, вижу, оболочка какая-то с нестандартными с нестандартным расположением кнопок. Так, где у нас настройки? Иконка нестандартная. Настроек, я имею в виду. Так, About Phone. Android 5.1 стоит. Так, Storage. Ну вот, 4.7 свободно. В принципе, так как все как в описании. Вот такой вот телефончик.
Повторюсь, заказывал на сайте GearBest. Доставка до 2 недель. Стоимость $60. Ну, это вместе со скидками, с купонами и с прочей лабудой. Можно заказывать, в принципе, доставка быстрая. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.